Всем добрый день. Сегодня 1 ноября, время 13:57. Проведем розыгрыш нашего конкурса на сертификаты 3, 2 и 1 тысячу рублей на покупку в нашем магазине. Будем использовать приложение Random App. Для этого нам нужно скопировать адрес нашего поста с розыгрышем, вставить его строку. Победивших у нас количество будет трое, репостнувших, поделившихся с друзьями и только члены группы. Нажимаем кнопку «Далее», и у нас будут определены победители. Значит, сначала у нас загрузились участники, общее число 50 человек, кто соответствует нашим требованиям. Это те, кто поделились, и те, кто подписан на нашу группу. И нажимаем «Узнать победителей». Вот они. Дима Петров, Мария Лакоза или Лакоза, Алексей Григорьев. Сейчас проверим, все ли условия выполнены. Итак, значит, заходим к Диме Петрову. Значит, смотрим, репост есть. Так, смотрим, ищем наших участников. Дима Петров. Вот он, Дима Петров. То есть в подписчиках он у нас есть. Смотрим дальше. Мария Лакоза. Репост наш тоже есть. Смотрим, состоит ли она в нашей группе. Да, она в нашей группе участника. И третий победитель — Алексей Григорьев. Репост есть. И проверим. Является ли он нашим подписчиком. Да, вот он в наших участниках. Значит, поздравляем еще раз всех наших победителей. Участвуйте в наших конкурсах. Побеждайте. Всем удачи. Спасибо.